12.05 в Кирове. Продолжается программа «Дневной разворот». Здесь в студии Владимир Сметанин. И Светлана Занько. Добрый день еще раз. Здравствуйте. И мы сейчас будем говорить о ремонте дорог в городе Кирове, потому что 31 августа, я так понимаю... Это был последний день. Последний день работы программы «Безопасные и качественные дороги 2018». Не так уж категорично формулировать. Мы должны были отчитаться. Должны были отчитаться. Подрядчикам изначально был дан срок 31 августа все закрыть, все контракты. Соответствие с контрактами. Да, соответствие с контрактами. Сейчас нас коллеги поправят. Но этого не произошло. Хотя в большей степени, как отчитался на прошлой неделе руководитель дирекции дорожного хозяйства, Альберт Гутнов, 80% у нас в городе сделано. Он сказал, что главный фактор, почему не успели подрядчики, это дождливый июнь, плохая погода. Вот так вот. Он был здесь, в нашей студии, записывал программу с тобой, Володь. Ремонт дорог в Кирове, итоги лета, и мы выслушиваем позицию общественников. В студию позвали Багира Шарифова, Шамиля Бузикова и Виталия Брама. Добрый день, коллеги. Добрый день. Это члены группы общественного контроля за ремонтом и содержанием дорог. И хватит креститься уже, Виталий. А почему не нет? Не поможет, потому что... А почему нет? Уже единственная надежда — это высшая сила. 31 августа прошло. Вот. Проект «Делать дороги», кстати, не стоит забывать. Я бы хотела вот с чего начать. Вы, несмотря ни на что, уже каждый здесь высказался по отдельности, продолжаете работу в рамках вот, группы по общественному контролю. Но вот до эфира, Виталий, ты сказал, что в этом году странная ситуация произошла, а может быть, не странная. Вас перестали приглашать на приемку дорог. Это правда? Да, я бы сказал фразой замечательной и легендарной уже Багира Багировича Шарифова, саботаж какой-то происходит, потому что многократно говорилось про эту ситуацию руководителю дирекции дорожного хозяйства Альберту Гутнову, то, что нас почему-то не приглашают. То есть летом стали рассылать всю информацию депутатам. Юрий Львович молодец, Шаминзон в этом плане. То есть он... Вы стали рассылать? Нет, они там ДДХ. Но про там, общественную палату, наш замечательный институт, забыли почему-то. Да? То есть многократно это говорилось в течение всего лета, но так и ничего не удалось сделать простым действием, добавить в e-mail там, рассылку один адрес. Ну, был прямой вопрос Альберту Гутнову? Да, был. Вот лицо в лицо? Был. Что сказал? Ну, какая-то ошибка, видимо, произошла. Он сказал, произошла какая-то ошибка, будем приглашать? Я так понял, да, будем приглашать. То есть проблема должна решиться. Но как не приглашали, так и не приглашали. Вот сегодня, да, в 2 часа, в 2:40 приемка на Киров-Русском, но мы туда не успеваем поехать, потому что мы не планировали. Это то, что не было доделано в прошлом году, по всей видимости, да. Но вас пригласили? Нет, нас не пригласили. Мне позвонил один из депутатов городской думы, Татьяна Веселова, только что, и говорит, слушай, приемка, не желаешь сидеть? Я говорю, я желаю, но я не могу, потому что у меня в это время встреча важная. То есть заранее не пригласили? Ну, конечно, рассылка у вас не включает. Я думаю, сделано намеренно, чтобы мы, может быть, даже при приемке что-либо там не увидели, не указали на какие-то недостатки, потому что они есть. А этот вопрос на общественной палате поднимался? Да, многократно поднимался. А реакция коллег по общественной палате? Было ли какое-то официальное обращение в городскую администрацию? У нас было официальное обращение о взаимодействии с этими всеми службами, которое, в принципе, велось и в прошлом году, и позапрошлом году. В этом году был какой-то сбой. В прошлом году тоже уже там бывали, но ведь там, видимо, неумышленно. Да? То есть здесь даже, я думаю, что, может быть, тоже неумышленно. Не хочется никого обвинять ни в коем случае, но проблема происходит. Но, на самом деле, для меня ничего страшного, потому что наш проект «Делать дороги», он продолжает работать. Рабочая группа при общественной палате, которая по общественному контролю за ремонтом, содержанием дорог, она как бы работает. Но свою главную миссию, я считаю, она выполнена. Мы провели глубочайшее исследование дорожной отрасли, выявили массу системных проблем, их причин. И прописали какие-то решения, на наш взгляд, которые были бы объективно, изменили бы ситуацию к лучшему. Виталий, а еще вопрос, что касается приемки. А если, не дожидаясь этого официального приглашения, собраться общественниками, совершить вредительный визит за час до два до появления там чиновников. Куда? Они не знают, когда это все равно по каким-то все прекрасно. Каналам, вы же знаете. Это все прекрасно. Приходить. Я бы мог выезжать на все участки ремонта и находиться там. Вот 2016 год, первый год, когда мы стали системные деятельность вести системную по общественному контролю, мы были практически на всех объектах ремонта во время проведения работ. Такие действия я совершаю, там, считаю, что совершать избыточно, потому что мы все-таки не контролирующий орган, мы для этого есть служба заказчика, она существует, именно она должна контролировать. Но я, как член общественной палаты, все-таки должна сказать, действительно, неоднократно собирались на площадке общественной палаты и в правительстве региона, и в администрации, и было достигнуто соглашение о том, что
действия, вернее, взаимодействие осуществляется, и если были личные обращения о том, что рабочая группа не получает уведомления о выездах по приемке работ, системно это происходит, то это серьезная очень история, и общественная палата, и городская администрация должны ответить, почему так произошло. Ну и как дальше будет осуществляться взаимодействие? Призываем к ответу, да, Светлана? Да, я считаю, что нужно ответить, безусловно. Поднимем такой вопрос на общественной палате. Ну, я считаю, это показатель вообще отношения. И в эфире у нас, когда в следующий раз придет Альберт Гутнов, или кто угодно, Илья Шульгин, или Ковалева, кто угодно, обязательно мы спросим. Но давайте посмотрим. Вы все-таки подвели предварительные итоги, в том числе в интернет-пространство выложили отчеты по свои, вернее, мнения о том, как изменилась ситуация за этот год. Константин Сечихин, его сейчас здесь нет, он возглавляет рабочую группу. Он сказал то, что вынесено в заголовок, вот статьи, которые у меня распечатаны. Все меняется, дороги становятся лучше. Вы согласны с этим? Дороги в светлое будущее. Ура! Багир. Ура, товарищи! Ура. Становится лучше? Если охватывая взглядом. И что имеет в виду Константин Сечихин, когда так говорит? В целом сделанные. Хотел отмолчаться о дорогах. Нет, вы сюда или, пришли, говорите. Или хорошо, или ничего. Ну, конечно, меняются. Те магистрали, которые были сделаны, те планы, которые есть на следующий год, они обнадеживают, на самом деле. Но есть еще детали, которые, ну, в которых находятся дьяволы, с которыми мы, так сказать, боремся. Это вот та же самая культура там, производства. И большая там куча нюансов, которые в процессе строительства дорог мы там, видимо, ощущаем. Ну, давайте их перечислять, эти нюансы. Ну, это очень слабое техническое задание, соответственно, дефицит ресурсов на то, чтобы делать полноценную дорогу. Если мы там укладываем асфальт за 1200, то мы понимаем, 1200 что... 1200 — это квадратный метр. Должны быть бордюры. Стоимость. Ну да. В смысле, 1,2 миллиарда. Проекту БКД. Да, да. Мы понимаем, что там должен быть бордюр, ливневка и все как бы коммуникации, которые там обязаны быть. Если их нет, значит, срок эксплуатации, службы и так далее, качество, конечно же, ухудшается. Ну вот мы в этом году отразили, опять же, достаточно низкий уровень подготовки технического задания. И это и есть там проблема для там, исполнителя. И первое, что то первый вывод, который мы там фундаментально сделали, нас, ну, мягко говоря, сбрили в части торгов. Ну да, было желание, которое было реализовано, создать монополию в области двух муниципальных предприятий. ГДМС и Вятавтодор. Это случилось, несмотря на то, что, так сказать, мы писали ФАС. И ФАС, на мой взгляд, совершил незаконное действие. Он не, как бы, не рассмотрел должным образом эту жалобу. Впоследствии это то, к чему идет, мягко говоря, местная власть. И здесь мы проиграли 1-0. Случился, да. Поскольку там 1,5 миллиона, представьте себе, 10% отыгранные в прошлом году, это 150 миллионов. Но в прошлом году было падение на 18% при торгах полноценных, нормальных, при конкурентном рынке. 20% — это 300 миллионов. 300 миллионов, ну, представьте себе, 190 стоит Октябрьский проспект сделать полностью. Ну вот сегодня с Виталиком готовились, когда, так сказать, смотрели. Mm-hmm. Получается, что вот мы могли сделать его как бы буквально безвозмездно даром. Или лишние там 20 километров. Если на этот год 90 с чем-то, около 100 километров запланировано, то 20% — это лишние 20 километров. К сожалению, вот, ну, мягко говоря, этого не случилось. И если такие немалые деньги упали туда, ну, хотелось бы, чтобы дорога была не просто удовлетворительная, как сейчас говорят многие, в том числе вот сейчас скажет Шамиль, а чтобы она была идеальная, потому что за эти деньги не делать хорошо, это, ну, как бы безумие. Представляете себе, лишних 300, там, 200 там, миллионов осталось у там, подрядчиков. Ну, опять же, проблемное место, на мой взгляд, все-таки вот это, ну, как бы тот же саботаж и халатность. Вот Виталик только что говорил о саботаже. Халатность, на мой взгляд, она, вернее, о халатности, а саботаж, на мой взгляд, он выражается в том, что все предприятия, которые, которых, мягко говоря, сбрили на аукционе, они пришли потом на субподряде. И в итоге они выполняют эти работы. Но там, финансирование, объем работ, распоряжаться ресурсами, ну, мягко говоря, предоставлено вот этим двум муниципальным предприятиям. И, кстати говоря... ГДМС и Вятавтодор. Ну да, это те предприятия, которые питаются в худшем, ну, как бы, в случае, так сказать, возникновения сложностей, проблем, напрямую из бюджета, а бюджет напрямую из вашего кармана. То есть мы платим за все. И за гарантийные обязательства, и за неудачи, и за, так сказать, и за Менькина, которого сейчас нет, и за так далее, и тому подобное. И за те дороги, вот Ульяновскую, Некрасова, которые сейчас буквально плывут на прошлогодние, вроде бы недавно сделали, а вот проблема.
Я думаю, что дальше вот Шамиль в продолжении, если позволите, в продолжении вот там темы про конкуренцию, мы же понимаем, что весь мир, да, весь мир пришел к тому, что конкуренция обеспечивает качество. Нам же пытаются доказать обратное. Хотелось бы сейчас вот есть аудиозапись, в данном случае видео даже запись, замечательного человека, выдающегося политика Владимира Владимировича Путина. То есть вот прямо мы его включим, что он говорит про данную ситуацию. В стране должного этому не придается. Мы считаем, что это ерунда какая-то, что ничего страшного. Надо породить родному человечку, ну, условно говоря, своим каким-то фермёшкам, гупам, мупам, я еще об этом скажу. На самом деле, ущерб для экономики страны колоссальный. Мы его просто не ощущаем, не чувствуем. Но он большой. Это важная история, потому что неоднократно это повторяется. То есть, вот как сказал сейчас только что Багирович, можно было отремонтировать не 94 километра протяженности дорог, да, а вплоть до 122. От 104 до 122. То есть запланированная экономия на торгах при другом там, делении лотов была бы как минимум там, 100 миллионов рублей, а не 30, как было в этом году. И нам президент это говорит. У нас есть постоянное правительство Российской Федерации. Мы его не слышим. Почему? Надо сказать перед перерывом, на который мы сейчас уйдем, что мы, да, это речь президента, которая касалась ГУПов и МУПов, и их судьбы, и насколько неэффективно работает официальная речь, она есть в интернете, мы обсуждали эту историю здесь, в том числе и с главами города, о том, насколько они эффективно работают, просто чтобы люди знали, что это не монтаж, и не кто-то там это озвучил. Нет, а нам Владимир Владимирович нам послал, говорит, вот послушайте. Прервемся на полминуты, продолжим разговор о ремонте дорог в Кирове. Багир Шарифов, Шамиль Бузиков, Виталий Брам, член рабочей группы общественного контроля за содержанием дорог в студии нашей радиостанции. Хотим обратиться к Шамилю сейчас по поводу качества дорог, которые вот в этом году обеспечивали подрядчики по программе «Безопасные и качественные дороги». Ваше мнение, профессионал, напоминаем, что Шамиль работает в нашем вузе опорном и занимается непосредственно, в том числе и этими вещами. Технологическими вопросами, угу. Да, по материалам и устройству дорог. Так что в этом году что-то изменилось, улучшилось? Прислушались ли к вашим выводам и к выводам независимых экспертиз? Ну, у меня только один ответ – нет, конечно. Ничего не изменилось. Почему? Что было в том году, что в этом году, что в позатом году, все одно и то же. Ничего кардинальным образом не поменялось, ни в какую-то сторону не улучшилось. Все технологические решения, которые были в этом году, по каким-то таким сложным конструктивным вещам, все это же самое. Ничего. Напомните, что вы предлагали изменить? Что мы предлагали изначально это изменить структуру технического задания, а также предлагали изначально совсем другой подход в рамках методических рекомендаций, это инструментальное обследование перед проведением дефектовки. К сожалению, этого не делается и вряд ли будет делаться. То есть до сих пор у нас является он визуальным. То есть выходят, составляют ведомость, на основании этой ведомости у нас составляется техническое задание, ну и так дальше. Примерно столько ямок, примерно такой толщины нужен асфальт. Нет, даже этого не указывается. Почему? Но все-таки я хочу немножко поправить. Уже второй год контракт выставляется на инструментальную диагностику на более чем 7 миллионов рублей, которая в этом году также будет проходить. Ну, все же что-то так немножко изменилось. Контракт выставляется, контракт исполнялся? Исполнялся, конечно. То есть была какая-то компания, инструментальное, да, обследование. А где результаты? Ну, где-то у заказчика, по всей видимости. А какая компания? А когда мы видим на основании задания, когда мы видим в техническом задании те же самые стандартные фразы, те же стандартные формировки, все одно и то же. Ну, вот здесь вопрос тогда. То есть мы не видим вот от этого инструментальной диагностики какой-то результат. Ну да, сделали, потратили 7 миллионов. Да можете хоть 70 миллионов потратить, а толку? А в чем суть инструментальной диагностики? Объясните, пожалуйста, не специалисты. Это что делается? То есть, когда мы определяем степень и структуру разрушения дорожного покрытия. То есть, не визуально приходим, а вот ямочность, а вот сильная ямочность, а вот выбоины, а вот и так далее, и так далее, и так далее. Когда мы определяем это все детально. Смотрим, где, когда, какая глубина, насколько, какой дефект, разрушение, без разрушений, и так далее. И вот на основании этого всего мы составляем техническое задание. От грамотности и правильности составления технического задания, собственно говоря, будет зависеть эффективность ремонтных работ. Ну, яркий пример я вот вам скажу. Конечно, да, это достаточно дорогой проект, но это ремонт улицы Левитана. Вы все можете
по ней проехаться, посмотреть, выйти, лично посмотреть, и как она строилась, и как, что с ней было до момента начала работы, то, что сейчас стало, это, конечно, существенная разница. Это есть. Там подошли действительно грамотно. Это положительный пример, конечно, да? Конечно, да. А в остальных где-то вещах, ну что, мы традиционно видим то, что видим. Это фреза, ну если уж так, да, тривиально говорить, это фреза, мы проходим, фрезеруем верхний слой, и дальше начинаем укладывать традиционно два слоя, все. Ну и дальше начинаем обходить люки по стандартной все схеме. Кто-то пользуется тем, что люки вкатываем, как обычно, это в действующий асфальт, то есть после укладки асфальта на ней остаются, ну или мы оставляем так называемые островки, чтобы потом эти люки можно было найти в закатанном асфальте, ну и начинаем дальше их поднимать, вот все. Что было в том году, что было в позатом году, все подходы одно и то же. То есть ничего принципиально другого нет. Если мы посмотрим на саму улицу, на свою, на сам дорожное покрытие, на сам асфальт, да, то мы видим, где-то ямы достаточно глубокие. Там, где уже идет разрушение не только дорожной одежды, а еще и оснований. Основания, да. Подушки. То есть мы видим, там уже все, в принципе, подмыло, оно двигается, уже щебень, тот, который был изначально уложен, уже выступил на поверхность и так далее. То есть нет ничего такого экстраординарного, которое бы отличало там по сравнению с прошлым годом. Все одно и то же. Смотрите, коллеги, мы здесь, когда разговаривали неоднократно и в прошлые годы, и нынче с новым директором ДДХ о том, какие задачи стояли перед городом по ремонту дорог, ссылались на то, что необходимо было в первый год показать километраж. Ну вот кровь из носу, размазать масло по бутерброду и показать километраж, чтобы получить максимальное количество денег по программе БКД и дальше улучшать уже технологический процесс и смотреть на комплексное там, освоение территории и так далее. В этом году какая задача ставилась? Такая же или нет? Абсолютно такая же. Проблема, ну то есть не то, что проблема, то есть программа безопасная, безопасная и качественная дороги, которая сформирована в федеральных министерствах, где сидят высокие умы, там стоит задача, то есть за определенный период, то есть до 2025 года она рассчитана, то есть там каждый год мы должны прийти к определенному проценту нормативных дорог, то есть сейчас у нас там по области, то есть по агломерации там было порядка, по-моему, там 70% там, в 2017 году несоответствия. И мы должны потихоньку к 2025 выйти в ноль, да, то есть. А это является основным там требованием, в принципе, к этой программе. Из-за этого мы получаем что? Мы должны сделать максимальную длину этих участков, этих улиц наших, да, замечательных дорог, чтобы там, выйти длиной, в этот процент. Длиной. Количеством квадратных метров. Длиной. Самое смешное, что они меряют длиной. Они отчитываются по длине, не по площади, а по длине. То есть, да. Это очень интересная история. Но, конечно, с одной стороны, мы понимаем, что у нас практически все дороги нашей улично-дорожной сети там, в 2016-2017 году были в непотребном состоянии. Мы понимаем, что нужно сделать как можно больше. Но вот если сделать, допустим, в этом году не 94 километра, а, допустим, 75, то можно было бы положить бордюры, сделать там работы по водоотведению, то есть улучшить качество, улучшить культуру производства. Но сейчас мы идем, вот улица Мопра, вот положен асфальт. Ужасно сделаны люки. То есть отдельная боль, на самом деле, это колодцы, коллекторы и все прочее. Да потому что, во-первых, сама там технология, на мой взгляд, не соответствует, в принципе, здравому разуму, когда мы укладываем... Шамиль, я смотрю, на меня смотрится, он меня поправит, но тем не менее, на мой взгляд, необходимо делать единым полотном, то есть сначала укладывать нижний слой, потом поднимать этот люк, и затем уже закатывать единым слоем без разлома покрытия. Но даже если мы примем к вниманию сейчас вот там комментарий Шамиля, будущий, да, и будем делать с разломом, то я видел замечательное видео из Германии, как там происходит. Все мы его технологично, видели. И все перепостили, красиво, красиво, технологично, очень просто и очень недорого, но получается совершенно по-другому. Самое смешное, вот когда я обратил внимание на улице Мопра при приемке, почему так ужасно сделано, мне заказчик работ ДДХ, который был представитель, говорит, что у подрядчиков слишком много объемов, слишком короткие сроки, они не успевают. То есть заказчик оправдывает плохое качество работы. Это какая-то, ну, какая абсурд, очередной абсурд. Ну, поздравляю вас. У нас на самом деле к заказчику сейчас очень много вопросов накопилось. Ну и самое интересное, что за подрядчиком в унисон вот как раз идут те самые коммунальщики, которые успешно потом ее раздалбливают. Ну вот улица Горбуновой.
была сделана в прошлом году. Сейчас там раскопки идут, причем... Четвертая раскопка. Причем, я лично считаю, вот четвертая раскопка на улице Горбуновой. Причем это инвестиционные планы, это капитальный ремонт, это, так сказать, технологическое перевооружение оснащения, о котором было известно очень давно. Не аварийный, да? Нет, конечно, что ты. Там инвестпроект реализуется. И вот в этом году тоже, вот недавно мы общались с представителями Т+. Он сказал, что, ну да, два объекта мы тоже отдавали, но как бы, ну, нас не услышали и начали их закатывать. Я чуть-чуть позже эти улицы назову, на которых вот буквально, если вы видите, что закатали свеженький асфальт, то имейте в виду, что завтра туда придут коммунальщики. Ну, мы надеемся, что это не повсеместно будет, но... Но будет. Учитывая то, что у нас износ сетей, да, то есть инфраструктурных, которые под дорогами находятся, под дорожной сетью, порядка 90%, как нам говорят в компании Т+, в том числе и администрации города. Здесь вопрос, в принципе, тоже в том числе и к администрации, и уже к другой сфере, не дорожной, то есть, да, а к инфраструктуре нашей. То есть все сети отданы компании Т+, их большому холдингу в аренду в 2005 году. То есть и итог... Через 12 лет у нас высокий износ, большая аварийность, большие тарифы, и на пороге заключения концессии, по которой там тарифы по всей еще вырастут разительно. Нашел я улицу. Поздравляю вас, дорогие Чернышевского друзья. И Володарского. Вот их сейчас, ну, мягко говоря, закатывают в асфальт, а потом после этого сразу же придут и раскопают, потому что Т+, там направлял письма, по датам все у них сверено и так далее. И я говорю не про аварийные, а про системные плановые работы. Призыв к тому, чтобы успеть насладиться новым асфальтом, да, упомянутых улицам. Это прекрасная иллюстрация, это просто продолжение первого часа о том, как взаимодействие у нас осуществляется, да, при решении вопросов. Это задача ДДХ. Это очень просто. Обеспечить взаимодействие. Конечно, совсем это очень простая история. Если тебе по инвестпроекту предоставляется информация, она должна быть у тебя на столе, у руководителя, у хозяйственника городского, поясни. Должна быть информация по всем проводимым работам запланированным. И с ними должны стыковаться все новые проекты, которые запланированные. Приходят в город. Которые приходят в город. Пожалуйста, Шамиль. Ну, вы вот тут наговорили, честно, какой-то винегрет. Вот, честно, вы смешали все. И коммуникации, и автомобильные дороги, и хорошо, прочее. Хорошо, как прочее. Надо. Давайте вот разграничим. Департамент или дирекция дорожного хозяйства, да, правильно, дорожного хозяйства, слово дорога, правильно, отвечают люди за дорогу, отвечают, за коммуникации под дорогой отвечает кто, тоже дирекция дорожного хозяйства, к сожалению, нет. Вот у нас есть программа безопасной и качественной дороги, ну это здорово, замечательно, но класть и ремонтировать эти дороги при неисправных коммуникациях, которые находятся под этим автомобильным дорогой, это вообще глупо. Это, кто виноват-то? Скажи имя, назови. Вы уделяете в 10 раз больше, в 20. Вот создайте проект не безопасной и качественной дороги, а назовите его безопасной и качественной коммуникацией. Ну, назовите по-другому. Отремонтируйте все эти коммуникации, перенесите их, сделайте перереконструкцию, сделайте капитальный ремонт основательно, а денег потом начинаете нету. Делать дороги. Я так понимаю, денег нет. Кто виноват? Но кто должен нашли... регулировать взаимодействие это? Скажи, назови имя, вот просто хочется услышать. Да, ну, у нас есть администрация города, администрация муниципального образования. Вот. Илья Вячеславович Шульгин. Да. Ты еще раз говорю. Вот, вот оно что. Мы бросились сразу на дирекцию дорожного хозяйства. Сразу вот все собак на них стравили. Вот у меня другая версия есть. Не Гутнов, что это не Шульгин. Кто придумал программу «Безопасные качественные дороги. Комфортная городская среда»? Давайте к этому обратиться. Подождите, дайте Шамиль. Кто поставил сроки и задачи показать километраж? Кто сказал, что вот к такому-то году в России по показателям должно быть там от 80 до 100% нормативных дорог? Что дальше ведь никто не говорит. А что они такое через нормативная год могут дорога? Выйти из нормативного это, состояния? Ну что такое нормативная опять дорога Мутко в вашем понимании? Или Сердюков, правильно? Проект «Безопасная и качественная дорога». Они. Что это значит? Мы относим... Это лишь только в одном критерии, в одном ключе. Мы говорим о ее визуальном соответствии этим нормативным требованиям. А что и находится под ДТП. Автомобильной дороги? Да. ДТП, безопасность. Слово первое. Безопасность. Да. Что это значит? Людей не сбивают. Совершенно верно. Машины не сталкиваются между собой. Дорожная разметка. Да. Дорога ровная. Освещение. Дальше говорим, что такое качественно. Ну, нет выбоин, не ломается быстро и так далее, и так далее. Правильно? Но никто не говорит о реконструкции. Если мы... Говорят, то есть мы же изначально говорили, то есть первые там 2 года программа, а так получается уже 3 года, но мы приводим лишь нормативно-визуальное такое состояние дороги. То есть затем вроде бы как бы нам обещается, что по программе БКД будут капиталоемкие работы, то есть реконструкция, капитальный ремонт и строительство дороги. Вопрос другой, давайте так, вот смотрите. И сейчас нам говорят, что будет там новая программа, будут огромные бюджеты, и может быть, да. Ну дайте мысль закончить. Имеется автомобильная дорога, да? Выбоины, ямы, все остальное, плохо. Мы чего делаем? Создаем программу БКД. Классно. Деньги дали, мы ее закатали.
отфрезеровали, два слоя закатали, дорожную разметку нанесли, бордюр поменяли. Здорово, классно, правильно. Следующая программа. Начинаем реконструировать. Что делаем? Опять приезжаем, опять фрезеруем, выкапываем все это дело экскаватором и делаем заново все конструктивные слои. Вопрос это зачем? Это может сразу разрыть. Сюрреализм. Может быть, сразу дали. Разрыть. Прервемся, может быть, сразу реконструкцию делать. Прервемся. На полторы минуты у нас реклама. Продолжим разговор с нашими гостями. Мне кажется, что вот на этот вопрос, зачем каждый год выделять средства под новые программы, давно уже нашел ответ в различных журналистских расследованиях. Это бутафория. Это освоение средств и... Реклама. Раз. Реклама. Реклама. Товарищи блогеры, почему нет стримов ВКонтакте? Вот сейчас пламенная речь, произнесенная Шамилем Бузиковым, должна была остаться еще. Свидетельствующая о том, что очень ненадолгий срок мы любуемся этим. Мы с Володей всем замолчали, апокалипсис просто, не за горами. Закрываем да. контору. Секунду, вы ошибаетесь. Вы посмотрите вокруг-то, мы уже в апокалипсисе. Все по Писанию. Вагим Багирович, скажи. Так, все, закончили с Писанием. Подождите, во внеэфирное время поговорим. И прочее, да. Давайте все-таки мы продолжим разговор о том, как реализуется программа и к чему мы приходим. Но мы, конечно, на эмоциональной ноте ушли на перерыв. Я-то все-таки придерживаюсь того, что рыба гниет с головы, и изначально сама эта программа БКД, она, во-первых, несла большую возможность для коррупционной составляющей программы, как и все наши государственные программы. Не доказано. Конечно, я возможность сказала. Составляющая. Я не сказала, что я ни на кого не показываю пальцы, но возможность, безусловно, такая есть. Хотя бы потому, что, еще раз, у нас нормативное состояние подразумевает, что эта дорога не реконструкция, а такая разглаженная дорога на 4 года. После этого мы видим, и не только после этого, сразу после ремонта исчезают компании, которые должны осуществлять этот ремонт дорог. Которые кто притащил в нашу область? Я сейчас обосновываю, город. Володь. Они кто исчезают здоровый, вместе с ними. Исчезают, а я вам отвечу. Гарантийные обязательства. Тихо. Давайте, гарантийные обязательства. Вместе с ними исчезают деньги. Через 4 года, где будет город-сад, закончится, там, не 4, да, там, когда, в 2025 году заканчивается БКД. Ну, предположим, закончилась БКД. У нас гарантийные обязательства на 4 года. Прошло 4 года, Володь, ты об этом говорил в перерыве. И что? Все. Какая-то следующая программа, какие-то следующие выборы. Можно внести ясность. Новый подарок за наши деньги. Конечно, очень хочется поблагодарить федеральные власти за прекрасную программу, которая позволила нам в агломерации города Кирова там, и Чепецка, и Слободского проводить работы ремонтные. Но федеральных средств по программе к нам пришло, что в прошлом, что в этом году, порядка 600 миллионов рублей. Остальная часть – это наши региональные и муниципальные средства. За полгода до старта программы федеральной изменились распределение средств по акцизам. И у нас из области забрали 1,1 миллиарда рублей в федеральный бюджет. Дали нам 600. Очень хорошая игра в наперстке. Очень прекрасно. Можно благодарить. Но мы, город Киров, аккумулирует ежегодно. На момент там цифры, скажу, 16-й год. Сейчас они уже выше, потому что акцизы выросли в топливе. Да? 1,5 миллиарда рублей с акцизов и транспортного налога. Сейчас еще больше. То есть я думаю, что где-то 1,6-1,7. Город Киров, не область. Именно город Киров. То есть мы, в принципе, имея эти средства, можем их грамотно распределять сами. Без указки федерального центра. При всем уважении к федеральному центру. А федеральные дороги будут на чьи деньги содержаться? Платон. Между у нас Кировым, там столько налогов уже, что я не знаю. Например, да? На границе кто будет содержать? Подождите. Сейчас акцизы остаются в области, если я не ошибаюсь, это 62% остаются в региональном дорожном фонде. Остальное вот уходит деле, в Москву. Давайте мы дадим Москве не там 30%, на там, самом слишком, 38%, деле, а 10%. Вот, на самом деле Виталий хватит. Говорит о том, что у нас есть пример государства в отдельно взятом государстве. Потому что город Москва не ждал никакой программы БКД. Они сами там решали, куда они пустят свои средства, по каким технологиям они будут делать дороги. Почему свои наши? Ну, понятно, что наши. Слушайте, мы так сейчас договоримся. Подождите секунду. Значит, сами решали, как они будут использовать эти средства. Они сами принимают программы, они сами следят за тем, как они реализуются, и не ждут того, что будет некая от Единой России федеральная программа. Это не Единая Россия, программа президента Путина. Манипулировали очень. А он хотел хорошо. Как лучше, я знаю. Послушайте. Очень хорошо манипулировали. Послушайте, значит, кто там кем прекрасно. Манипулирует, они пускай играют в эти игрушки сами между собой, а мы получаем то, что мы получаем. Так вот,
Я-то считаю, что Виталий как раз, конечно, говорит правильную вещь. Бесполезно без конца критиковать ДДХ и каждого нового директора. Бесполезно без конца критиковать, вот глобально, без конца критиковать там нового сити-менеджера, новую главу города и прочее. Они люди поставленные, они выполняют задачу сверху спущенную. А сверху задача простая. Вот вам бабки, закатайте так, как мы вам сказали. А как сказали в техническом задании, еще хватило еще на выборы. Думать не надо. Технологии применять не надо. Вам сказан километраж? Вот гоните километраж. Вот и все. Совершенно. Я вам могу сказать, вот так как мы уничтожили местное самоуправление к чертовой матери по всей стране, мы имеем то, что имеем. Вот и все. Давайте, сейчас мы продолжаем остатки. ППМИ даже больше не будет ни с кем согласовываться. Послушай. С следующего года. Подожди, вот смотри, Виталий, вот смотри, какая история. Никто не ходит на выборы, никто никого не избирает. Все, о чем мы сейчас говорим, лежит, на мой взгляд, в плоскости принятия решений депутатами разных уровней и общественная палата, которая имеет право законодательной инициативы, тоже. Вот понимаешь, мы работаем, вот есть общественники, есть чиновники, и вот так вот как-то работаем. А те люди, от которых на самом деле, кто бы их ни выбрал и как бы их ни выбрал, от которых зависит глобальное изменение ситуации, там, решение, это именно законотворцы. Они не работают в этом направлении вообще. Да они вообще не работают. Вот никто не понимает, что они там вот делают. Вот где ты видел хоть одного... Они что, едет там Госдума, что нет? Вот, и правильно Путин сделает, если Госсовет создаст? Володя, к тебе приходит в четверг Черкасов Кирилл Игоревич, депутат Государственной Думы от Кировской области. Мы у нас большая просьба к тебе. Это депутат от Кировской области уже не первого созыва. Задай ему конкретный вопрос. Что за черт? Почему до сих пор депутат Госдумы смотрит на то, как реализуются вот эти вот, приходят деньги, как реализуются эти программы? Мы видим конкретный изъян. Вот соберешься коллег после этой эмоциональной встречи, конкретные предложения, и обратишься к нему вот от группы, да, по общественному контролю. Ты депутат Государственной Думы. Вот есть очевидные предложения. Можешь продвинуть их через Госдуму обсудить? Пусть только не говорит, что это не его комитет. Феликс Эдмундович Дзержинский давно бы разобрался уже. Послушайте, это можно сделать, как вы считаете? Давайте вопрос задать хотя можно. Бы зададим такой вопрос. Феликс Эдмундовича можно возродить. В первую очередь. Потому что мы видим, как это все много жалоб. Еще-то? Есть предложения, ничего не меняется. Со следующим федеральным проектом надо присылать сюда вагон патронов. Не нужно. Что же вы говорите? Смотрите, я вижу, что разочарование есть. Вы нету, не верите, нету, что нету, абсолютно. Нет, что абсолютно. Депутаты Госдумы что-то могут сделать, нет. Поскольку не делают и депутаты ОЗС. Кто у вас из ОЗС с вами работает? Кто? У нашей группы был зам председателя Байкова, Роман Тито был. Областное законодательное собрание даже не включило в свои списки в общественную палату главу группы Константина Сечихина. Я знаю, что... Я так скажу. Ты сказала, что мы разочарованы. Я нет. Слушайте, ребят, я вижу объективную реальность. Вот все хорошо минуты, будет. 4 минуты остается. Мое представление, это как бы люди низкой социальной ответственности. По большому счету. Кто? Поэтому большинство, так сказать, тех, кто мягко говоря, пытается сделать вид, что они пишут законы или заседают городской и областной. Так называют проституток вообще-то. Женщина низкой социальной ответственности. Не знаю, я просто слышал это от Путина. Собственно, все. Поэтому обращаться туда, мне кажется, нет смысла. Нужно делать просто. Ты же не сравниваешь их с этими женщинами, правда? Да я бы некоторых сравнил. По фамилии обратись? Нет? Нет, ну, не стоит. Не стоит. Не стоит. А я могу. Мы про дороги продолжаем. Мы продолжаем про дороги. Дороги – светлое будущее. Проблема ремонта дорог не здесь. Давайте про хорошее. Дело в том, что, к сожалению, дороги у нас и хозяйство непосредственно связано с политикой, и от этого все страдают. Но вот мы сказали про проблемы БКД, там, Москве и все прочее. Но на местном уровне вот то, что зависит от заказчика работ, то, что мы говорили там, и контроль, ты считаешь, культура производства. Ты считаешь, что Гутнов в силах? Конечно, в силах. Нет, вот где, понимаете? Все зависит от цели и мотива. Тех людей, кто там находится, в администрации города, в ДДХ, в депутатах, да где угодно. Вот если цель и мотив сделать правильно, сделать хорошо для людей, для общества, то будет сила меняться. Если цели и мотивы другие, то как будешь? Ну, имеем то, что имеем. Виталий, знаешь, что сейчас людей больше всего интересует? Когда выложат новые списки для голосования для ремонта новых участков? Не будет никакого голосования.
как-нибудь? Не будет никакого голосования. Это же заложено в самой программе. Нет, нет. Ну, там такие элементы манипуляции на самом деле были еще по прошлому. Мы 2 года голосовали за отдельные участки дорог. Да. А сейчас не будем голосовать? Я могу объяснить, почему. То есть объективно, в следующем году у нас остаются основные магистральные улицы не отремонтированные. Улица Воровского, Октябрьский проспект, Щерса, Дзержинского, которая уходит на Новомост, там часть тоже очень сильно разрушена. Они съедят очень большой бюджет, то есть порядка 800 примерно миллионов рублей вот эти основные магистральные улицы. Остальные, ну, они, в принципе, тоже там понятно, известны. А, так мы же голосовали общественные... сразу за 2 года, 18-й, 19-й. Нет. Будет, я не знаю, там почему до сих пор не запущено, потому что мы это обсуждали еще в августе месяце, но должны в скором времени классический элемент общественных слушаний в городской администрации, который пройдет, где можно высказаться за ту или иную улицу. Но нужно понимать, что у нас вот очень большой объем. Ведь хорошо же работал механизм голосования. Многие улицы не были включены. Элемент накрутки был возможен. Я даже знаю людей, которые делали это. Но общественные слушания решат? Решит здравый разум, логика и наука. Вот Шамиль Викторович, я думаю, там согласится, что есть объективная реальность, и мы четко понимаем, какие улицы нам в первые очередные нужно ремонтировать, а какие там ремонтировать через 3-5 лет. Да? То есть, ну, мы в этом году, конечно же, увидели, Виталий Викторович, мы видим, конечно, у нас была улица Карла Либкнехта в отличном состоянии, но тем не менее мы решили здесь поменять асфальт. И вуаля, после того, когда все началось, мы все помним, да, в мае месяце, в конце, нам стали ремонтировать улицу Карла Либкнехта. От Воровского и в сторону театральной площади. Да, совершенно верно. Это же здорово, действительно. Это центр нашей области. Конечно. Лицо. Конечно. Губернатор. Министры. Я, кстати, так собрание катается по этой улице. У нас остается полминуты. Мы не можем позволить. Я еще вопрос хотел задать. Я про новшество хотел спросить. Есть надежда, что региональный дорожный фонд у нас как-то станет побогаче. Деньги от дорожных штрафов с 1 января пойдут в региональные дорожные фонды. Как оцениваете, Багир Багирович? Ну, мы надеемся. Мы надеемся, верим и делаем все, что в наших силах. Вот это ключевое, что, наверное... Нарушайте правила дорожного движения, и дороги в Кирове будут лучше. Это прекрасно, но большая область, дороги в области просто в ужасном состоянии во всех муниципалитетах, не только Киров. То есть мы от 600 миллионов, которые наши региональные, мы же там перекинули с области в город, то есть Слушайте, я сразу про честное. Я сегодня шла по улице Спасской, как раз вот сюда в офис поднималась и пересекала улицу Карла Либкнехта, о которой вы сказали, которую в этом году снова отремонтировали и подняли. Так вот, на перекрестке Спасской и Карла Либкнехта этот поднятый участок, он висит прямо над тротуаром, там, наверное, сантиметров 10-15, такой обрывчик, и никто ничего с этим не делает. И еще проблемный участок Попова, Комсомольска, обратите там внимание. Там лужи стоят, не разрушают. Совершенно верно. Да. Почему? Детки. Потому что замена бордюрного камня не была включена в техническое задание. И все. Вот и все. Мы про это говорим третий год эти проблемы. Вот это техническое задание. Замена бордюрного камня в программу БКД входит? Нет. Сейчас, возможно. Наличии бюджета. Сейчас вопрос историку, над которым мы будем думать и рассуждать уже в перерыве и до программы «Особое мнение» от Володи Сметанина. Володь, сколько в России проходит времени от момента поднятия вопроса до его решения? Много. Парк Победы 3 года. Решения пока нет. Мы ждем. Давайте за добро, чтобы детки здоровы, чтобы все хорошо, чтобы совесть чиста, спать спокойно. И вообще, чтобы у тебя все было здорово. Багир Шарифов, Шамиль Бузиков, Виталий Брам. Мы следим за тем, как реализуется в городе прежде всего программа «Безопасные и качественные дороги». Владимир Сметанин, Светлана Занько. Всем до свидания. До свидания.